день, дорогие друзья! Меня зовут Юля, агентство недвижимости «Семья». Сегодня мы находимся в поселке Небух. Презентуем вам новый комплекс со статусом квартира, с инфраструктурой пятизвездочного отеля от нашего постоянного партнера-застройщика. И сегодня презентацию нам проведет наш партнер Андрей. Дорогие покупатели, мы с вами сейчас находимся в локации курортного поселка Небух, где мы вам хотим представить клубную резиденцию Botanica Hills. Жилой комплекс на участке 8 гектар земли будет включать в себя 4 литера. Да, то есть это будут жилые квартиры, жилые дома. Каждый литер включает в себя 5 подъездов. Первый подъезд у нас идет 18 этажей, и 4 подъезда идут 9 этажей. Привлекательность локации, да, то есть это горный массив, ущелье, да, то есть участок огибает горная речка, да, называется Небух. Сейчас вы видите строительство второго литера, который будет завершен к концу следующего года. На территории комплекса будет круглогодичный бассейн. Фишкой, уникальностью данного бассейна, у него будет прозрачное дно. Также на территории будет детские горки, аквапарк и детский бассейн. Также на территории будут детские площадки, спортивные площадки, зоны отдыха. Уникальностью данного комплекса будет свой собственный амфитеатр, где люди смогут просматривать кинофильмы, да, какие-то мероприятия. Также на территории комплекса будут располагаться мини-гольф-поля, полностью закрытая территория, также подземный паркинг, гостевая парковка, которая вынесена за территорию комплекса. На территории будет расположен трехэтажный коворкинг-центр, где покупатели смогут не только жить на территории ЖК, но и вести какую-то коммерческую деятельность, бизнес-встречи. Трехэтажный фитнес-центр также с покупкой абонементов от одного дня. Также трехэтажный 1000 квадратных метров спа-центр, где будут располагаться не только спа-процедуры, массажные кабинеты, но и 8 видов парных, да, и саун. На территории комплекса будет располагаться медицинский центр, да, где будет располагаться детская и взрослая поликлиника и да, то есть большой аптечный пункт. Заходя вовнутрь каждого подъезда, вы будете наблюдать не просто да, каких-то бабушек-консьержев, да, а именно настоящий ресепшн, как в пятизвездочном отеле. Система Careca Service позволит покупателю, собственнику квартиры, не апартаментов, позвонить на ресепшн, заказать химчистку, вызвать такси, купить билеты на ласточку, на самолет, заказать в себе в квартиру, именно, да, не в номер гостиницы, а в квартиру, алкогольные напитки, фрукты, овощи, медикаменты, да, что позволит, да, находиться внутри квартиры и получать современный сервис пятизвездочного отеля. Консьерж-сервис, который мы предлагаем покупателям и собственникам квартир, позволит получать гарантированный доход от 500 тысяч рублей чистой прибыли. То есть управляющая компания готова сдавать ваше жилье 365 дней в году за 30% от общего дохода. То есть 70% получит собственник, 30% получит управляющая компания. Но они сами будут находить вам клиентов, сами будут проводить уборку ваших квартир, да, то есть снаружи над входной дверью будет повешена камера, собственников квартир подключат онлайн, и, соответственно, собственник будет следить за тем, сдавалась ли его квартира, не сдавалась. Квартиры здесь можно купить как в предчистовой отделке, так и с ремонтом под ключ. На территории комплекса, да, наша строительная компания обеспечит жильцов полностью всеми центральными коммуникациями. Да, то есть это центральный газ, центральное водоснабжение, центральное электроснабжение. Да, на территории будет построена своя станция ТП, да, то есть которая будет обслуживать полностью все виды услуг. Да, то есть это и круглогодичная отопление, да, то есть с установкой умного теплосчетчика, да, который будет автоматически подавать показания уже на именно на пункт управляющей компании.
электросчетчики, водосчетчики, то есть любой вид коммуникации вы в любой момент можете отключить, уехав к себе, допустим, да, в город, где вы проживаете, и не платив лишние какие-то коммунальные услуги. Да, то есть инфраструктура, есть школа, есть детский сад, есть два очень крутых санатория. Это санаторий «Газпром Молния» и «Газпром Ямал». Да, то есть люди, которые приезжают и приезжали ранее, кто знает данную локацию, они приезжают сюда на лечение ежегодно, проходя какие-то процедуры. Снимая квартиры, допустим, у вас в ЖК, да, ну, в ваши квартиры, они смогут также посещать эти санатории по системе полупансион. Почему? Потому что наша управляющая компания заключит договора с этими пансионатами, и, соответственно, люди смогут лечить различные виды заболеваний, да, на территории санаториев, но снимать или жить в собственных квартирах, да, то есть на территории современного ЖК. Перед вами пример, как на маленькой площади квартиры можно эргономично организовать пространство. Друзья, сегодня мы с вами посмотрели комплекс в поселке Небук на берегу Черного моря. Надеюсь, вам все понравилось. С вами была Юлия, агентство недвижимости «Семья». Все полезные ссылки в описании, также контактные номера телефонов. До встречи! Пока-пока!